Люди ценят, когда к ним относятся с вниманием. Скажите сыну! Сдаюсь! Зачем я сюда приехал? Мы изучаем болотных монстров, и нам нужны новые образцы. Я вроде видел одну тварь на кладбище. Ты поможешь нам? Меня.
хочу. О, я тоже так хочу. Юмор! Никто меня не спасает. Гор. Эй, да ты гардероб обновила? Да, тебе нравится? Ну, плащик забыла. Тебе не кажется, что это перебор? Я больше не агент. Я изменилась. Это сложно скрыть. Как ты? Ничего, нормально, хорошо. Как мило, что ты спросил. Ай, черт! Извини, извини, я не... я... Научись управлять своей силой! Проехали. Ничего. Ты скоро привыкнешь. Я понимаю, каково тебе сейчас. Прекрасно понимаю. Да нет, Маград, не понимаешь. Мы разные. Ты стал таким после взрыва. Моментально. А со мной они не спешили. И Бертран за это заплатит. Хочешь отомстить? Научись управлять своей силой. Хватит орать! Я не знаю, как. Зато я знаю. И я помогу. Ладно. Ладно. Ты прав. Когда начнем? Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. Не надо. Ничего не хочу об этом знать. Не надо. Ничего не хочу об этом знать. Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. В записях Вольфа говорилось, что два совместимых проводника могут объединить свои способности. Любопытно. Я делал кое-что вместе с Никс. Не надо. Ничего не хочу об этом знать. Идем. Стой, ополчение. Проверим гипотезу Вольфа, ударим вместе. Отлично. Ну и хреновина. Наши силы совместимы. Да, это надо будет запомнить. Попробуем по-другому. Еще на подходе. Коул, я просмотрела записи, которые откопала в лаборатории Вольфа. Энергоядро спрятано где-то поблизости. Молодец, Коул. И где оно? Тут не указано точное местонахождение, но есть фотография. Я переслала тебе. Спасибо. Надо осмотреться и выяснить, куда его забрали. Надо поискать в этих гробах. Может, ты сможешь снять крышки? Без проблем.
Ядра нет, только фотка. Вольф был параноик. Вот только его страхи были обоснованы. Может, Бертран тоже ищет ядро? От того ополчения тут и шныри. Надо торопиться. Да. Что за... Откуда столько свежих могил? Не знаешь. Тут та же чума, что началась в Empire City, только еще опаснее. Она прокатилась по всему побережью и добралась до Нью-Маре. И с ней невозможно бороться. Она свирепствует здесь так жестоко. Люди не успевают хоронить умерших. Ого. Похоже, зверь еще не худшее зло. Постой, что-то не так. Я чувствую что-то странное. Эти ребята тоже убирали из лаборатории Бертрана. У них те же способности. Я их почуяла прежде, чем увидела. Боже. Вот что со мной. Должно быть, Бертран умеет передавать способности. Явно не ополчение.
Живо, живо! Все готово. Послушай меня, Кло. Если мы сработаемся, мы непобедимы. Привет, моя радость. Жизнь с этими способностями не так плоха. Говорю же, у тебя к этому делу просто талант. Кроме того, мои способности гораздо, гораздо круче твоих. Воображала. Ну да. Слушай, тащи сюда энергоядро. Проверим. Отлично, Коул. Болотные монстры направляются в округ Ascension. Если мы не опередим их, начнется бойня. Коул, идем.
Начнем. Наблюдение за Джозефом Бертраном. Запись Б-82. С этой болотной девкой нужно что-то делать. Она убивает моих бойцов, ломает аппаратуру. Из-за нее я несу убытки. Но мои ребята уже питают суеверный ужас перед болотной ведьмой. И, кроме того, в мангровых зарослях ее совершенно невозможно найти. Что вы предлагаете, сэр? Может, вы разработаете какой-нибудь радар, чтобы обнаруживать проводников?
Это более важная задача, чем 5 проектов, над которыми я уже работаю. Нет, конечно. Сначала нужно закончить их. А детектор проводников занесите в список. Я хочу домой. Наблюдение за агентом Ко. Запись К-58. Мне сообщают, что некий болотный призрак уничтожает лагеря ополчения. Вы верите, что это призрак? Похоже, мы имеем дело с новым проводником. Вчера вечером я установила жучок в одном из лагерей. Вот, послушайте. Что это? Ну-ка, повтори. В это невозможно поверить. Ничего я не понимаю. А что? Скидки на бухло? Я не этого хотела.